Так есть ли чай в пакетиках? И как узнать качество чая в домашних условиях? Об этом сегодня я вам расскажу. Хороший чай без красителей и добавок при добавлении ломтика лимона обязательно посветлеет. Если чай поддельный, то, конечно же, он останется таким же цветом. Вот таким нехитрым способом можно определить качество чая в домашних условиях.